Оставить след в истории. Стать лидером. Достойным примером для подражания. Уверенным в своих силах перед каждой игрой. Отдать всего себя ради победы, чтобы ощутить триумф и разделить его со всем миром. Бивин, легендарный букмекер. Приветствую всех любителей футбола Краснодара на матчах Краснодарской футбольной лиги. Второй тур. Встречаются команды ФК «Скиф» и ЛФК «Луганг». Матчем между командами «Перегар» и «Езидия» стартовал второй тур у нас. Победу праздновали футболисты «Перегара» со счетом 1-0. Буквально недавно завершилась эта игра. Ну, а сейчас у нас на поле футболисты «Скифа» и «Луганга». О составах играющих команд. Футбольный клуб «Скиф». В воротах Константин Косторной. Полевые игроки. Владислав Дзонь. Марат Долгов. Егор Егоров. Араз Ибрагимов. Владислав Кочин. Еще один Владислав у нас сегодня в составе. Медведев. Ростислав Михайлов. Антон Мосный. Владислав Папшев. Ибрагим Рабаданов. Никита Рымарь. Абдулрахман Сабаун. Александр Скляр. Александр Чичканов. Азамат Шемгохов. И Семен Шептицкий. Ну, пока мы ознакомливались с составом футбольного клуба «Скиф», ничего опасного пока не произошло у нас на поле. Продолжу ознакомливать с составами играющих команд футбольный клуб «Луганг». В воротах Камал Ахмед. Полевые игроки Фараг Мухаммед Юсеф Мухаммед. Артем Быков. Кирилл Качура. Заки Фади Сафват. Ну и, конечно же, Мухаммед Салах. Далее. Мухаммед Али Шабан. Али Али. Ахмед Самех. Санат Джон Ашраф. Амар Ибрагим. Имрон Гулов. Осман Эль-Тахер. И Мухаммед Эль-Араби. Есть очень говорящая фамилия у нас в составе «Луганга». Это, конечно же, Мухаммед Салах. Но будем наблюдать за техникой 22-го номера в составе «Луганга». У нас угловой удар. У мяча футболист «Луганга». Сегодня они в оранжевой форме. На короткого решили разыграть. Не получилось. Аут бросают футболисты «Луганга». Если оглядываться назад к результатам первого тура, «Луганг» не в самом оптимальном составе уступил футбольному клубу группа «Здоровье» с разгромным счетом 1-8, а «Скиф» в упорной борьбе переиграл футбольный клуб «Перегар» 3-2. Вот такие результаты сегодняшних соперников по итогам первого тура. Ну, а у нас тур второй и очная встреча между этими командами. Угловой зарабатывают футболисты
скифа. Будет такой же короткий розыгрыш мяча или все-таки навес решили навесить? Удар по воротам? Нет, не получилось. Быстрая контратака футболистов Луганга. Упустил мяч. Подкате. Седьмой номер скифа отбирает мяч и пытается вывести своего футболиста в атаку. Хорошо разыгрывает мяч футболисты скифа. Демонстрирует короткую перепасовку. Хорошая передача была, но разгадали замысел Араза Ибрагимова футболисты Луганга и выбили мяч. Хорошо, хороший дриблинг исполнения Араза Ибрагимова. Передача направо. Пока с мячом футболисты скифа. Перехватили футболисты Луганга мяч, но недолго были с мячом. Хорошая атака, прострел. Мяч застревает в ногах футболистов Луганга. Выносят подальше и развивают свою атаку. Потеряли мяч. Хорошо. Прекрасная передача налево, но седьмой номер скифа потерял мяч. Перехват в центре поля от игроков скифа. Передача защитнику. Дальний вынос мяча в направлении левого нападающего, но завершилась потеря мяча. Атака. Частые замены в составах мы будем видеть. 5 градусов тепла сегодня у нас в Краснодаре. Ну, для середины декабря прекрасная футбольная погода. В отличном состоянии и поле Куб ГТУ. Все располагает к красивому футболу. Продолжается у нас матч с мячом футболиста Луганга. Аут. Выносится мяч. Аут. Вброс мяча. Очередной аут. Ну, раз уж мы вспомнили первый тур, то, надо сказать, очень зрелищной борьбе прошли матчи. 20 мячей было забито в первом туре. Это в среднем по 5 мячей за игру. Это очень хороший показатель. Я думаю, заданный темп будет подхвачен и во втором туре. Хороший перевод мяча. Раз с мячом. Удар по воротам рядом со штангой. Но мне кажется, вратарь коснулся мяча. Да, угловой назначает арбитр матча. Все-таки вратарь перевел мяч за лицевую линию. Опасный угловой. И очередной стандарт будет у ворот Луганга. На этот раз с правого фланга решили разыгрывать угловой футболисты скифа. Передача. Разыграли мяч у углового флажка футболисты скифа. Хорошая техника, но потеря мяча. Передержал мяч сейчас футболист скифа Семен Шептицкий, вследствие чего мяч стал легкой добычей футболистов Луганга, которые пытаются идти в атаку. Неплохо, но рикошет в пользу
футболистов Скифа. Дальний вынос мяча. И тут пытается зацепиться за мяч. Хорошо зацепился за мяч. Уходит в атаку, но судья усмотрел нарушение правил со стороны футболистов Луганга. Араз Ибрагимов устанавливает мяч. Готовится пробить по воротам или будет передача. Сейчас посмотрим, что придумают футболисты Скифа. Неплохая позиция. Вратарь устанавливает стенку из двух футболистов. Хороший пас. Хорошо было задумано. Но мяч у футболистов Луганга. Опасно был разыгран штрафной удар. Пока небольшое преимущество, нужно отметить, за футболистами Скифа. Через защитника решили сыграть, а тут эстетика футбола. Ну, последнему защитнику я бы не рекомендовал так играть у собственных ворот, это чревато. Но нормально обошлось. Плетут кружева. Футболисты Скифа меняются позициями. Очень красивый футбол мы с вами наблюдаем. Заброс. Хорошо ушел от защитника. Тут взывают к арбитру и просят назначить 11-метровый футболиста Скифа, но судья не усмотрел в данном эпизоде нарушение правил. Отворот показывает судья. Опасная была атака на ворота Луганга. Но нужно посмотреть еще раз этот эпизод. Ну, судья решил продолжить игру, значит, он не усмотрел в данном эпизоде нарушение правил. Двигаемся дальше. Атака Луганга. Аут с правого фланга. Нет, мяч ушел за лицевую. Значит, будет угловой. Свечка такая. Будет удар. Была хорошая позиция. Сейчас можно было пробить по воротам, но футболист Луганга, на мой взгляд, все-таки лишнее действие было произведено с его стороны. Можно было бить по воротам. Хорошая была позиция. Так, догонит девятый номер. Нет. Мяч уходит за пределы поля. Удар от ворот. Константин Косторной разыгрывает мяч с защитником. Пас налево. Хороший пас. Но разворачивает нападающий атаку. Удар. Срезается ворота. Ну, тут я бы сказал, что сейчас сильно повезло вратарю Луганга, который уже шел на перехват мяча, и тут защитник чуть было не срезал мяч в собственные ворота рядом со штангой, угловой. Да, все могло печально закончиться в данном эпизоде для футболистов Луганга, но повезло. На вратаря играет пятый номер Скифа. Тот, в свою очередь, выносит далеко мяч, точно на ногу нападающему. Вообще, такие действия вратарей нужно приветствовать. В игре 8-8, в отличие от матчей на все поле, здесь, конечно, действия вратарей выходят на первый план, кроме непосредственно прямых обязанностей. Вратари, умеющие начать атаку, владеющие хорошим дальним пасом и нужный момент
которые могут сыграть и последнего защитника. О, пока мы с вами тут говорили об общих темах, решился на дальний удар футболист Луганга, и только мастерство Косторнова спасает ворота Скифа от гола. Ну так вот, умение вратаря, кроме своих прямых обязанностей сыграть и последнего защитника, конечно же, становится неоспоримым преимуществом команд, в котором играют такие вратари. Ну, все это я вспомнил и заговорил после дальней передачи вратаря, точной передачи. А тут вот Араз Ибрагимов собирает вокруг себя троих футболистов. Легко уходит от них, но передача неточная. Тут нарушение правил. Ну, дает судья играть, потому что с мячом остаются футболисты Скифа. Перехват. Вынос и быстрая контратака в исполнении футболистов Луганга. Можно пробить. Замешкался тут футболист в оранжевой форме и потерял мяч. Хорошая атака, но потеря мяча. Аут. Замена в составе футбольного клуба «Скиф». Выходит на поле Семен Шептицкий. Хороший отрезок выдали команды. Были опасные моменты и у той, и у другой. И сейчас вот хорошая атака. Так, по-моему, уронили все-таки футболиста «Скифа». Опасный штрафной удар назначается в сторону ворот Луганга. Можно пробить, можно разыграть. Тут есть несколько вариантов развития событий. Посмотрим, что решит Ростислав Михайлов у мяча. Решается на дальний удар Ростислав, но попадает в стенку. Тут же футболисты Луганга пытались выйти из обороны, но пока безуспешно. Аут в исполнении футболистов Скифа. Назад отыгрывает мяч футболист Скифа. Хорошо разбирается на бровке. И очередной аут. Через защитника решил сыграть футболист в белой форме. Тут была неплохая задумка, но толчок... Нет, гол не будет засчитан. Толкал футболист Скифа перед этим с нарушением правил. Сумел отыграть на своего футболиста, который в тот свою очередь забил, но... Не будет засчитан мяч. Штрафной удар. Дальний вынос. Он станет легкой добычей вратаря. Так оно и есть. Через шестого номера решил сыграть вратарь. Обыграл двоих футболистов Ростислав. Точная передача. Теряет тут мяч Скиф. Неплохо сыграл в предыдущем эпизоде Ростислав Михайлов, обыграв двоих. Но потерял мяч футболист Скифа в том эпизоде. Угловой удар. Сейчас будут пробивать футболисты Луганга. Луганг пытается и при выводе мяча из собственной штрафной, и при розыгрыше угловых пользуется дальними передачами, как и в этом случае, и потеря мяча. Очередная атака Скифа. Хороший пас, удар по воротам рядом со штангой. Красивую
атаку сейчас на ворота Луганга накатили футболисты Скифа. Не повезло, не повезло сейчас. Хорошая была комбинация. В три паса вывели футболиста нападение к воротам. Но Егор Егоров не попал по воротам. Попади в створ, я думаю, вратарь Луганга был бы бессилен что-либо сделать. Но имеем, что имеем, пока 0-0. Небольшая пауза у нас возникла в матче. Видимо, осмысливают футболисты Луганга, что произошло в предыдущем эпизоде, и пытаются какие-то выводы для себя сделать. Очередная свечка от ворот Луганга. Вот тут опять становится мяч легкой добычей вратаря Скифа. Развивает атаку Скиф. Красиво, красиво пяткой сыграл футболист. Хороший момент, но зачем же лишняя передача сейчас была сделана? Надо было бить по воротам. Ну, это мнение комментатора, а футболист решил так, как он решил. Можно было сейчас бить по воротам. Красивые атаки мы видим в исполнении футболистов Скифа. Но пока безрезультатно. Очередной штрафной зарабатывают футболисты в белой форме. Опасной близости от ворот Луганга. Что на сей раз придумают? Смотрим. Устанавливает футболист мяч. Александр Чичканов разбегается. Судя по разбегу, будет удар. Удар по воротам. Стенка принимает на себя мяч. Аут. Аут в исполнении футболистов Скифа. Назад отыгрывает третьему номеру. Тот, в свою очередь, адресует мяч вратарю. Новую волну атаки пытаются организовать футболисты Скифа. Дальняя передача. Хорошо. Нужно бить. Вратарь на чеку. Там лежит нападающий Скифа. Чужой штрафной. И только сейчас замечает арбитр и останавливает игру. Будет оказываться помощь футболисту Скифа. Ну, не знаю. Мне кажется, вратарь действовал в рамках правил, выбивая мяч. Просто футболист Скифа оказался в опасной близости от вратаря Луганга. Ну все, обошлось, все хорошо. Просит замену травмированный футболист Александр Чичканов. Как мне показалось, покинул поле. Араз Ибрагимов вступает в игру вместо Александра. Аут. Ну, через левый фланг попытаются выйти в атаку футболисты Скифа. Хороший обыгрыш мяча в центре поля. Пытаются выманить. Хорошо. Хорошая техника от Марата Долгова. Очередное нарушение правил. Нет, аут показывает арбитр. Или все-таки нарушение правил? Нарушение правил.
фиксирует арбитр. Разыграли мяч футболисты Скифа. Хорошо. Ну, индивидуальное мастерство футболистов Скифа, конечно же, на высоком уровне. Но порой передерживают они мяч, как в данном случае. И мяч становится добычей футболиста Луганга. Дальний удар выше ворот. Ну, раз уж мы заговорили о красивом футболе, надо сказать, завтра пройдет жеребьевка плей-офф матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Завтра мы узнаем соперника Краснодара по Лиге Европы. И будем верить в нашу команду, что она сможет пробиться далеко в этой сетке. Немножко отвлеклись мы от нашего любительского футбола, но качество нашего футбола настолько высоко, что определенные параллели с матчами Лиги Чемпионов все-таки мы вправе прослеживать. Оставить след в истории. Стать лидером. Достойным примером для подражания. Уверенным в своих силах перед каждой игрой. Отдать всего себя ради победы, чтобы ощутить триумф и разделить его со всем миром. Бивин, легендарный букмекер. Итак, все готово у нас к началу второго тайма. 0-0 по итогам тайма первого. Так, такой своеобразный фальстарт у нас получился. Ну все. Второй тайм стартовал. Футболисты Луганга с мячом. Вынос. Перехватывает мяч футболист Скифа. И дальним ударом подальше от собственных ворот, можно так сказать, выносит мяч. Чуть-чуть поинтереснее в первом тайме смотрелись футболисты Скифа. Было несколько опасных штрафных ударов в их исполнении. Было несколько сольных проходов. Но пока результат ничейный 0-0. Я думаю, по результатам первого матча был серьезный разговор между игроками и с тренерским штабом у футболистов Луганга. Сегодня эта команда смотрится совсем по-другому. Сегодня эта команда играет практически на равных с футболистами Скифа, которые в упорной борьбе одержали победу в первом матче над командой «Перегар». С мячом футболисты Луганга. Это удар по воротам выше. Ну, для статистики годится. Засчитаем его за удар. Константин Косторной будет выносить мяч от собственных ворот. Левым флангом развивается атака. Забивают тут футболиста Скифа, футболиста Луганга. Быстренько разыграли мяч. Хорошо, быстро разыграли мяч футболисты Скифа, но потеряли. Потеряли его. Хотели застать врасплох футболиста Луганга, но не вышло. Так, очередная атака футболистов Скифа. Хороший проникающий пас. Пяткой тут сыграл Арас Ибрагимов. Красиво. Но в падении футболист Луганга выносит мяч на угловой. Очень красивую игру мы с вами наблюдаем. Да и все матчи, которые мне довелось видеть и в рамках первого тура, оставляют очень приятное впечатление команды.
хороший пас. Нет, перехватывается. Тут же футболисты Скифа вступают в борьбу. Падение. Там вратарь лежит. Нужно останавливать игру. Но встает тут вратарь. Удар по воротам рядом со штангой. Показывает тут вратарь судье, что в предыдущем эпизоде можно было бы и остановить игру. Не заметил судья. Не заметил судья, что вратарь на несколько секунд оказался практически вне игры. Небольшая пауза у нас тут. И будет разыгран мяч от ворот. Камал Ахмед. Нет, предоставляет эту возможность защитнику. Удар. Перехватывает мяч футболисты Скифа. А раз с мячом обыгрывает двоих футболистов. Уходит на правый фланг. Пас нападающему. Хорошо. Хороший розыгрыш мяча от Скифа. Так, защитник решил пойти вперед. Левый фланг задействовали футболисты Скифа. Прострел. Угловой. Угловой удар. Хорошую атаку мы с вами наблюдали в исполнении Скифа. Решили разыграть угловой. Не стали подавать. Но тут мяч выносится в аут футболистами Луганга. Аут. Через защитника в центр. Хороший пас направо. Подключается. Тут у нас к атаке Марат Долов. Потеря мяча. Хороший пас налево. Удар по воротам. Защитник принимает удар на себя. Тут головой выносит мяч футболист Скифа. Футболисты Луганга показывают, что мяч задел руку игрока белой футболки. Но судья не усмотрел в данном эпизоде умышленной игры рукой и дал продолжить игру. Аут теперь будут вбрасывать футболисты Луганга. С правого фланга. Пас назад. Вынос мяча. Попытка зацепиться за мяч. Получается. Но тут же потеря. И решил пробить поворотом. И мне кажется, был прав футболист Скифа. Потому что на некоторое мгновение вратарь показалось, что потерял ворота, но вернулся, проконтролировал, выше ворот. Хороший перевод мяча. Хорошо тут играет головой 10-й номер. Это у нас Эль-Тахер Осман. Пока мы с вами смотрели и наблюдали за индивидуальным мастерством Эль-Тахера Османа, счет матча открыл Заки Фади. 1-0 повели футболисты Луганга. Прямо скажем, ничто не предвещало такого разворота событий. Было преимущество футболистов Скифа, но вот так вот бывает в футболе. Вот за это мы и любим футбол, что он непредсказуем. Были атаки футболистов Скифа. Они, в свою очередь, не смогли воплотить свои атаки в забитые мячи. А тут одна из атак Луганга обернулась взятием ворот.
Теперь будем смотреть и наблюдать, что же предпримет скиф. Ну, это было больше похоже на домашнюю заготовочку. Пас от углового флажка под удар и немножечко подвело мастерство футболиста нападения скифа. Удар разминулся с воротами. Тут хорошо играет вратарь скифа головой. Вынос мяча. Тем интереснее будет наблюдать за матчем дальше, потому что футболистам скифа теперь нужно не просто красиво играть, но и пытаться отыграться. Мы все с вами видели, что красиво играть они умеют. Умеют и в обводку играть, и в пас играть. Но с завершением атак у них пока небольшие проблемы. Пока никак не могут они забить вратарю Луганга Камалу Ахмеду. Пытаются развернуть атаку футболисты скифа. Хорошо отыгрались тут друг с другом. Взывает к арбитру футболист Луганга, считая, что футболист скифа подыграл себе рукой, но все в пределах правил. Аут. Тут и футболисты Луганга претендуют на этот мяч, считая, что аут должны вбрасывать именно они. Нет, аут брошен и брошен футболистами скифа. Хорошо поменяли фланг в ходе атаки. Теперь вот правым флангом пытаются по центру, решили пробиться, но разгадали их замысел футболисты Луганга. Хорошо уходил сейчас футболист розовой футболке, но был остановлен недозволенным приемом, за что получает футболист скифа желтую карточку. В центре поля был эпизод. Не было никакой надобности цеплять, я думаю, футболиста Луганга. Но футболист скифа решил, что атака довольно-таки серьезная, и именно здесь нужно прерывать ее. Ну, наверное, имел на то основание. Получил желтую карточку футболист скифа. Игра продолжается. Дальний удар в сторону ворот. Но тут можно было и не свистеть, потому что с мячом оставались футболисты скифа. Тут получился свисток в пользу провинившегося. Разыграли. Неточная передача от Чичканова. Потеря мяча. Аут. Хорошо. Направо. Хорошая передача. Удар по воротам. Но надо забивать удар. Но чудом просто сейчас мяч не оказывается в воротах Луганга. Красивая атака была на их ворота. И завершение было красивое. Но защитник выносит мяч с пустых ворот. Угловой. Угловой разыгрывают футболисты белой футболки. Им нужно отыгрываться. Такую перепасовку на своей половине поля решили устроить футболисты скифа. Тут нарушение правил. Нарушение правил. Свисток. Опасная дистанция. Ну, не сказать, что для прямого удара, но что-нибудь интересное можно придумать. И что-то полезное выжать из этого эпизода можно. Посмотрим, что придумает
Егоров. Розыгрыш. Направо. Угловой. Наращивают свое преимущество во владении мячом футболисты «Скифа», но пока безрезультатно. Удар. Ну, тут в рамках правил небольшой толчок со стороны футболиста «Луганга». Помешал он пробить концентрированно по мячу футболисту «Скифа» и отворот. Так, достанет мяч футболист? Да, достал. И заработал аут. Аут. Дальний рост мяча. Надежда на то, что кто-то может сыграть головой. Хорошо выходит из обороны футболист «Скифа». Развивает атаку. Хорошо. Даль чуть сильнее передача, и она могла пройти. Ну, а так футболист «Луганга» разгадал все. Пытался пойти в атаку, но был встречен футболистами «Скифа». Теперь, в свою очередь, те пытаются организовать собственную атаку на ворота «Луганга». Что тут было? Аут показывает арбитр. Или все-таки штрафной? Да, зацепили там футболиста «Скифа». Штрафной. Быстренько разыграли. Каждая секунда сейчас дорога для «Скифа». Потому что просто за владение мячом очки, к сожалению, не начисляются. А на данный момент, несмотря на процент владения мячом, они проигрывают футболистам «Луганга». Очередной аут. Пользу футболистов «Луганга». Чуть было не потерял мяч футболист. Ну, это мелкие такие уловки, на которые сейчас охотно будут идти футболисты в оранжевой форме, зная, что время работает на них. С каждым таким эпизодом несколько выигранных секунд, и все ближе, ближе они к победе. Сильный удар в сторону ворот, но не точно. Устанавливает мяч Константин Косторной. Разыграл. И через левый фланг сейчас будут выходить футболисты «Скифа». Хороший проход по левому флангу. Угловой удар. Это Александр Чичканов у нас уходил по левому флангу. Будут разыгрывать футболисты «Скифа». Да, разыграли угловой. И теперь приходится возвращаться к собственным воротам. И заново начинать, собственно. Хороший пас, проникающий. Но не поняли тут друг друга футболисты «Скифа». А так очень хорошо с линии защиты адресовалась передача к нападающим. Прям по центру штрафной выходили футболисты «Скифа», но не смогли извлечь из этого никакую пользу. Тут замены в составе футболистов «Луганга». Выходит на поле более свежий футболист. Вынос мяча. Очередной дальний. Ну, от ворот до ворот. Укатывается мяч за лицевую линию. Быстрый розыгрыш и попытка начать атаку. Нужно торопиться футболистам «Скифа». Потеря мяча. Но тут же они
вернули себе контроль над мячом. Хорошо, хорошо ушел седьмой номер Скифа. Нет, пока мяч в пределах поля, не хватило сил Александру Чичканову. Перехватили мяч футболисты Луганга. Аут. Преобразилась команда после первого матча. После разгромного поражения от группы здоровья. Правильные выводы удалось сделать команде и подойти к отчетному матчу во всеоружии. Тут небольшой рикошет, серия рикошетов с мячом футболисты. Так, тут накладка была, мне кажется, была накладка, но с мячом остаются футболисты Скифа. В подкате. Но тут нужно судье показать все-таки, что он держит игру под контролем, потому что жесткие стыки сейчас пошли у нас. Но это, видимо, следствие того предыдущего эпизода, когда за накладку судья решил не останавливать игру, хотя можно было бы и остановить, назначить штрафной. И футболисты, видя вседозволенность, решили играть таким образом. То есть перейти определенную черту дозволенности и жестко решили играть, но тут судья уже заметил. Заметил штрафной удар. Кто-то из футболистов Скифа награжден желтой карточкой. Вратарь забирает мяч, бросает мяч рукой, хорошо бросает. Тут Араз Ибрагимов в центре поля решил показать дриблинг. Опять с мячом футболисты Скифа. Хорошо. Хороший пас. Хорошо выводят на удар, но удается защитнику в последний момент накрыть опасный удар в исполнении футболиста Скифа. Был хороший момент для того, чтобы сравнять счет матча, но не использовали этот момент должным образом футболисты Скифа. Выходят из обороны футболисты в белых футболках. Неплохо было задумано, но не очень качественно исполнено. Так. Хорошо. Будет пас. Хороший пас налево. Подкате. Играет шестой номер Луганга. Выносит мяч за боковую линию. Опять обокрали футболисты Скифа. Футболисты Луганга. Хороший момент. Прекрасный момент был сейчас у футболистов Скифа. Хорошо они разыграли мяч. Очередная атака накатывается на ворота Луганга. Тяжело сейчас им приходится. И опять вратарь на чеку. Угловой удар. Два опасных момента сейчас было у ворот Луганга. Два опасных удара. Но оба раза вратарь Камал Ахмед выручил свою команду в обоих эпизодах. Да, сегодня мы можем выделить вратаря Луганга в составе этой команды. Вынос мяча, направление линии нападения, но теряют футболисты Луганга мяч. Хороший момент.
момент, хороший момент упустили, хороших два момента упустили футболисты Скифа. Так, тут что? Тут мяч остается в пределах поля. Хороший выход из обороны мог быть, но потеряли мяч. И опять судья свистит тот момент, когда можно было оставить все как есть, потому что атака команды Скиф развивалась. Удар от ворот. Да, если по итогам матча все-таки сохранится этот счет, то футболисты Скифа должны в первую очередь пенять на свои неиспользованные моменты. А моменты у них были, хорошие, интересные подходы к воротам были. Ой, тут чуть не срезали мяч в собственные ворота. И если бы и сейчас мяч оказался в их воротах, то пришлось бы очень тяжело. Это Ибрагим Рабаданов срезал мяч в собственные ворота. Потом еще и не смог удержать в руках мяч вратарь. Угловой. Угловой удар. Удар по воротам. Не получилось удара. Но тут откровенно держит футболиста в белой форме. Футболист Луганга. Можно было показать и желтую карточку за такой откровенный фол. Атака правым флангом. Хорошо. Мяч в поле пока. Угловой. Угловой удар. Смотрит на часы судья. Есть еще время у футболистов Скифа отыграться. Но очередной угловой был разыгран не очень удачно. Хорошо. Хороший пас направо. Продолжается атака Скифа. Потеряли мяч. И быстрая контратака. 2-2 выходят футболисты Луганга. И тут с нарушением правил останавливают игрока Луганга Ибрагим Рабаданов. Судья показывает штрафной. Штрафной удар в пользу футболиста Луганга. Сейчас каждый стандарт в их пользу – это дополнительные выигранные секунды, которые приближают их к первой победе в этом турнире. Так, тут что у нас происходит? Сутолока в районе углового флажка. Лежит футболист Луганга. Ну, как я и говорил, все ситуации сейчас ими будут использоваться для того, чтобы немножечко в каждом эпизоде потянуть время, выиграть секунды и тем самым приблизить свою победу. Но я думаю, судья что-то добавит к основному времени, потому что сейчас помощь оказывается футболисту в рамках самого поля, а не за его пределами. Пауза у нас возникла. Судья показывает, что футболисту нужно покидать поле, чтобы матч можно было возобновить. Оказали помощь футболисту Луганга. Продолжается у нас матч. Штрафной удар. Пробивают футболисты Скифа. Хорошо на левом фланге. Хороший пас. Тут серия рикошетов. Аут. Аут в пользу футболистов Скифа.
минут 5 еще играть в этом матче. Пока 1-0 в пользу футболистов Луганга. Очередной аут, торопятся футболисты Скифа. Оно и понятно, счет на табло их не устраивает. Ну, можно ли сказать о каком-то недонастрое? Ну, не знаю. Обычно эти термины используются у нас в профессиональном футболе, когда команды, которые считают себя на голову сильнее соперника, могут как-то недонастраиваться на соперника. Ну, о каком может идти речь, о каком недонастрое может идти речь, если турнир у нас только начался, только второй матч. Ну, неужели результат первого тура 1-8 мог послужить каким-то поводом, чтобы в футболистах Луганга не видеть серьезного соперника? Я не думаю, что с такими мыслями выходили на матч футболисты Скифа. Но есть еще время. Есть время не только отыграться, но можно постараться и выйти вперед. Но для начала хотя бы нужно отыграться. Пока 0-1. Так, сбивает тут Араза Ибрагимова. Назначается опасный штрафной. Это шанс. Нет, аут. Аут показывает арбитр. Далеко убрасывается мяч. Так, перехватывают его футболисты Скифа. Зарабатывают аут. Дальний. Ну, что это было? Это был удар или это был пас? Ну, это очередной повод выиграть несколько секунд для футболистов Луганга. Все такие удары, все такие передачи – это вода на мельницу Луганга. Да и такие удары тоже. Удар от ворот. Быстро разыграл Константин Косторной мяч со своим футболистом. Хороший перевод, но не поняли друг друга футболисты Скифа, и никто не открылся на эту передачу. Хорошо выходит из обороны футболисты Луганга. Хороший пас налево. Будет удар. Нет, пяткой оставляет, и тут удар хороший. Хороший розыгрыш мяча от Луганга мы сейчас видели. Футболист всем своим видом показывал, что будет бить по воротам, но решил пяткой оставить мяч своему футболисту, тем самым обрезав двоих футболистов Скифа от этого мяча. Хорошо. Ну, хороший момент, нужно забивать! Это пенальти. Так, что показывает арбитр? Что показывает арбитр? Тут на бедро приняли футболиста Скифа. Недовольны футболисты Скифа данным решением арбитра. Ну, я думаю, все основания у арбитра были для назначения пенальти. И этот эпизод оказался последним в данном матче. Да, обидно проигрывать футболистам Скифа в таком матче. Хорошо начинали, хорошо разыгрывали. Хорошие комбинации. Упустили атаку в исполнении футболистов Луганга. Пропустили, но верили в себя. Думали, что смогут отыграться, думали, что смогут прибрать игру к своим рукам, но не вышло. 0-1. Скиф проигрывает, а Луганг одерживает первую победу в нынешнем турнире. Поздравляем футболистов Луганга с этой победой. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.